Всем привет, дорогие друзья, с вами Аришник. И сегодня будет новый челлендж на моем Майнкрафт-канале. Да, и со мной сегодня Сафик1234 и Белям Бруно, здравствуйте, да, ребята, всем привет. Ну, если вы не заметили, мы вот, ну, в Майнкрафт играем по-настоящему. И сегодня будет челлендж, кто больше всех найдет еды, тот получит 1000 баксов. Еду мы будем, ну, искать, оценивать в единицах еды. Все могут выбрать разную тактику. Ну, мы, кстати, уже заранее определились с тактиками. Каждый будет придерживаться своей. И, ребят, единицы еды — это единицы еды. Неважно, что это — мясо, пшеница, хлеб, либо еще что-то. Что-то добывать сложнее, что-то легче, но оцениваем в единицах, вот, а не в весе. Поэтому мы здесь поставили вот такой вот замечательный маяк красивый, можете на него посмотреть. Ну, и ну, чтобы найти дорогу домой. И у нас есть ровно 3 часа, чтобы раздобыть себе на максимальное пропитание. Количество пропитания. Да. Не знаю, кто победит, я Бруно или Сафик1234, но мы настроены серьезно. Поэтому, ребят, давайте сейчас небольшой расход и расскажем, ну, каждый свою тактику подписчику. Через 3 часа встречаемся прямо здесь. Все, давайте, побежали. Я от вас убегаю. Все, пока. О, итак, ребятушки, с вами Сафик1234. И сегодня я буду, конечно же, выигрывать в этом челлендже. Моя тактика, она заключается в том, чтобы просто собирать грибы, ягоды и животных тоже фигачить. Я выбрал себе самую выигрышную стратегию, с помощью которой я точно смогу победить. Но это зависит все от того, смогу ли я найти деревню. Как вы знаете, ну, в Майнкрафте есть деревня, а в деревне есть пшеница. Вот, их, как правило, собирают деревенские жители. И из пшеницы можно сделать очень много хлеба. Итак, ребята, во-первых, оцените мой скин. Смотрите, я в костюме Эцио Аудиторе. Вот, если вы играли в Assassin's Creed, вы понимаете, о чем я. И давайте объясню свою тактику. То есть, здесь есть, в принципе, курочки и другие зверята. Но у меня есть тактика намного круче. Если вы знаете, кто такой Вильям Бруно, то вы наверняка в курсе, что я обожаю рыбалочку. Именно поэтому, ребята, я буду сегодня рыбачить весь день. Так, ребята, ну, надо сначала скрафтить мне какой-нибудь, во-первых, верстак, а потом меч, ну и дальше кирку. Я хочу сгонять в ад, там очень много грибов. А интересно, бородавки считаются за еду? А, у меня еще тут яблоки, ёкарный бабай. Можно яблоки собирать. Ну, надо ножницы скрафтить, а чтобы скрафтить ножницы, надо железо много добыть. Вот здесь вот я, ну, кстати, вижу тыкву. Ее я тоже не буду игнорировать, хоть и тактика у меня одна. Еще здесь, кстати, ребята, нужно максимально постараться добыть еды, пока ночь не наступила, потому что ночью нам, скорее всего, придется прятаться, потому что мало ли что может пойти не так. Давайте сделаем удочку, и лодка мне тоже пригодится, и вот, в принципе, на любом озере абсолютно везде можно наловить рыбы. И за 3 часа можно столько рыбы, блин, наловить, что капец, что я точно победил. О, яблоко! Ё-моё, у меня уже 2 еды! 2 еды. Еще яйцо. А яйцо, интересно, считается? Это кайф. Можно еще и зажигалку на какую-нибудь, да, чтобы сделать много еды там всякой, чтобы поджарить ее. Пока что я не особо голодный, могу быстро перемещаться, и я надеюсь, что я смогу быстро что-нибудь отыскать. Но у меня пока что 7 единиц еды имеется. Как-то очень быстро наступила ночь, с ней и дождь, но это даже, кстати, ой, ай, ё-моё! Это мне даже очень кстати, потому что вторая моя тактика — это собирать мясо зомбей. А зомбей ночью вообще много, и их никто не трогает при этом, поэтому все мясо достанется именно мне. Уже наступила ночь, деревню я не нашел. На самом деле напряженная какая-то ситуация. Вот железо, кстати, нашел. Давайте сразу сделаем себе кирочку из булыги. Так, давайте попробуем овечку добыть мясо. Я ее тут в углу зажал. О, ля. Слушайте. Ё-моё! У меня ни топора, ничего! Так, я уже немного проголодался, кстати. Ладно, сейчас мне кажется, что я не справлюсь с этими зомбями. Поэтому мне нужно дерево, чтобы сделать верстак, сделать инструменты и другие вещи, которые мне... Ребята, я умер. О, смотрите, я вижу какую-то пещеру, и там горит костер. Сейчас мы... Оп! Так, все. Залезаем, короче, вот сюда. Все, и сидим здесь.
Так, давайте вот эту кирочку, вот этот меч. Все, так. Надо по фасту все делать. Где-то здесь железо было, да? А! Сломал. Ёкарный бабай. Вот мне бы уголька. Хоть не дырка. А то, ребят, тоже я ж могу это... Ай, блин, упал, что ли? Ё-моё. Я просто, ребят, вообще не вижу ничего. Ну ничего, слава богу, что я все равно не собрал нисколько еды за это время. Ничего не потерял, в принципе. Так, добываем дерево, чтобы хотя бы деревянные инструменты сделать. А, зомби, блин. Так, ладно, забираем блок дерева и уходим. В инвентаре пока не особо-то и густо, но что-то-то имеется, уже неплохо. Я иду ищу чисто у всяких коровок и всякой такой. Не знаю, у ребят, мне кажется, их тактика, она проигрышная. Потому что, ну, я, конечно, не помню, что у Артема за тактика. Но у Бруно, по-моему, у него рыбалочка. И, как бы, ночью ловить рыбу сложновато. О, ребят, наступил день. Так, выбираемся. Немножечко хп себе снял, но ничего страшного. Все, ночь-то... О, смотрите, блин, сколько тут... Это что, осьминоги? Ля-ля-ля. Вы видели этих осьминогов? Капец, они большие. Блин, здесь... Только морских животных и рыбы. И осьминоги плавают. Но рыбу я трогать не буду, потому что это не моя тактика. Наберем угля побольше. Уже уголь нам и для печки пригодится. Ну чё, я думаю, скоро дождь закончится, и Вильям Бруно будет хорошо. Так, ребятушки, Бруно был взорван крипером. Капец там, Бруно, боец какой-то. Я хочу найти деревню. Так, давайте сейчас на Ctrl быстро переплывем. А, я иду. Как плыть? Я забыл, как плыть. Пожалуйста, напишите, как в Майнкрафте плыть. Наконец-то настало утро, и можно добыть как можно больше дерева и подготовиться к этой зловещей ночи, потому что ночью, ну прям, реально сложно выживать без всего. Я несколько раз уже умер, при этом не добыв нисколечки еды, а это самое главное, добыть еду и как можно больше. В общем, ребята, как вы сами поняли, у меня тактика, кроме того, что надо собирать ягоды, всякие яблоки и валить животных, я еще думаю, что сначала надо как-то взять ножницы, например, добыть хотя бы железо, чтобы ножницы сделать. Я думаю, зажигалку тоже сделать из кремния и железа. Ну и меч, чтобы был железный. Ну и какая-то минимальная броня, чтобы меня, как Вильяма Бруно, не валили на каждом шагу. А-а-а, тыква это что, не единица еды? Блин, ребят, я думал тыкву кушать можно. Я думал, у меня 7 единиц еды, а оказалось, тыква это вообще не еда. Мне нужно твое мясо, мне нужно твое мясо, пожалуйста, Хрюшка, прости меня. Так, 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 все, забрал. Еще, смотрите, что нам нужно сделать верстак. Почему? Потому что верстак это полезная вещь. Так, ладно, ребятушки, все, я набрал, ну, всякого железа. Вот, сейчас скрафчу пару печек, наверное. Оп, оп, ставим сюда. Так, пару ножниц, я думаю, мне вообще классно будет. Оп. Двое ножниц уже, блин, я яблок смогу набрать. Мама, не горюй. Так, инструменты у меня, в принципе, готовы. Но чтобы они стали качественные и мне было легко отбиваться от всяких злодеев, мне нужно добыть железо. Поэтому давайте копаем шахту и добудем как можно больше железа, чтобы я мог отбиваться со своей лодки, если на меня нападут. О, сразу, ребята, сразу лава. Так, ребята, есть небольшие проблемы. Видимо, я очень плохой майнкрафтер. Я не понимаю, как сделать кирку. Наверное, нужно побольше дерева. Ну, я, в принципе, еще удачно попал, потому что я мог вообще упасть прям в лаву. И я, на самом деле, даже не ожидал, что она так высоко может быть. Потому что, смотрите, ну, вот там вот сразу улица. А! Ё-моё! Так, капец, 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 капец. Чё делать? А вот все вижу. Блин, вот гад-то, а! А! Ё-моё! Да блин, это как? Капец, так, ребята, блин, надо срочно вспомнить, куда я вообще шел. Сафик 1234 не смог выжить в схватке со скелетом. Надеюсь, у меня такого не произойдет. Я потерял все, что я делал. Все, чем я занимался, у меня... Блин, капец, просто как дурачок. Фу, ребята, уже настала следующая ночь. И, блин, я очень плохой майнкрафтер на самом деле. Потому что пока что я добыл только 3 единицы еды. И то не нашел деревню. Но зато я добыл себе очень много всего. И я смогу себе сделать деревянную кирку на всякий случай. И плюс сделать себе деревянный меч, чтобы обороняться. Блин, я забыл, куда я бежал от спауна. Это жесть какая-то. Ладно, все будет хорошо. Блин, я только железо нашел. О, камень. Кирка, это уже покруче. О, ребята, я достал железо. Вот, пока что я надеюсь, что мне этого набора хватит. Но чем богаты, тем и рады, говорится. Еще хочу сделать себе палок. Пусть они у меня будут на всякий случай. А то мало ли чего. Ладно, все. Верстак мы
заберем с собой? Давайте все-таки заново, потому что я, наверное, не найду то место, где я умер. Надо все заново, ребята. Ну, это капец какой-то, позорище просто. И в эту ночь я уже слышу очень много зомби, но у меня уже есть деревянный меч. Так, во, курицу возьмем. Уголь мне тоже пригодится, чтобы я мог, во-первых, освещать себе путь в пещере и отпугивать всяких криперов и других животных, которые мне не нужны. Мне нужны только рыбка и зомби. И еще возьмем свинью, потому что, ребята, я даже, наверное, до деревни... Да стой ты, стой! Да стой! Вот, до деревни еле дойду, у меня мало всего. Так, съем сырую свинину, потому что пока что... Ой, так, по мне кто-то стреляет. Ай-я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 й! Да блин, не туда! Да ё-моё! Оп-оп-оп, давайте его! Иди отсюда, иди отсюда, иди отсюда, иди отсюда! Фух, капец, ребята, так, ниточку. Это, ребята, я вот реально, я как нуб, да, веду себя. Офигеть, смотрите, сколько здесь угля. Я не знаю, блоков 10, наверное. Охота на монстров, Сафик там. Сафик, блин, там уже сколько монстров положил на этой карте. Ребята, это какое-то выживание, не добыча еды. Поступим по-другому, так как я потерял очень много времени. И, по сути, из нас умирал только Бруно и я. Поэтому у Артема есть преимущество. И, ребят, у меня инвентарь набит пока что какой-то фигней. У меня всего 3 свинины, хорошо, что я себе сделал деревянную кирку и деревянный меч. Я хотя бы могу, ну, без проблем добывать все дерево, убивать животных и как-то защищаться от зомби и криперов. А так у меня из еды... А, у меня есть курятина еще. У меня пока что 0 единиц еды, но у меня еще все еще впереди. Я уверен, что я на своей рыбалочке столько рыбы наловлю, что пошалеют все. Расплавим наше железо и сделаем и железные инструменты. Ребята, все максимально плохо. У меня одно сердечко, чтобы вы понимали, и я до сих пор не нашел деревню. Ну так-то у меня еды это многовато. Яйца не считаются, поэтому у меня 10. Пока что я лидирую, наверное. Ну, ребят, я, наверное, сейчас пойду. О, сколько, блин, коров целое. Ля, смотрите, там вода. Сколько угля. Давайте железо. Оп-оп. Надо хотя бы насобирать на сет брони металлической. Ребята, тут целое ущелье. О, тут дофигища. Дофигища железа. У меня 3 сырые свинины, 8 сырых говядин и сырая баранина 3 штуки. А, я вернулся в свое логово, чтобы сделать себе немного хотя бы каменных инструментов пока что. А после вернусь и сделать себе железные или, может, даже алмазные инструменты и эти, ну, броню. Потому что рыбалочка в Майнкрафте это очень опасное дело. Так, давайте вот это железо заберем, все. Все, переплавим, наверное. Так, сейчас мы пойдем вот в ту пещеру. Я там видел очень много угля. Блин, ладно, я немножко еще поем. Я очень сильно не хочу тратить сырое мясо на свой голод, потому что, блин, оно же мало восстанавливает, надо его пожарить. Как мне его добыть, чтобы ничего не сгорело? Так, ну давайте вот так вот попробуем. Так, все, стейк. Стейком-то, я думаю, нормально наемся. Да ну нафиг ночь, блин. Ребята, надо прятаться. Так, ё-моё, мне нужно вернуться обратно, потому что там же печка с железом, блин, я забыл про неё. А! Да не трогай меня, не трогай. Не трогай, нет. Блин, ребята, я умер. Ладно, в этот раз я буду максимально аккуратным. И я обещаю вам, что в этот раз я больше ни разу не умру до конца игры. Ладно, ребята, надо уходить наверх, потому что здесь я еды не добуду. Так, ладно, мне нужны 2 паука. Вот первый, ща я его, ща еще немного. О, где паутина-то из паука? Черт, даже паутины не оставил. Ладно, тут еще много пауков. Добудем вот это вот железо, которое здесь в уголке. Железо все любят, давайте. Наберем еще железо, пускай будет валяться у меня, если что. Какие же огни, огромные пауки, это ж капец. Прикиньте, реально с такими пауками, это ж как собаки прям размером. Да отойдите, пауки, блин. Да сколько у вас жизни-то, капец. О, крипер взорвался. Ой, только все, хватит взрываться. Достаточно было и одного раза. И, кстати, смотрите, у меня в руках есть курочка. Ребята, первая единица еды. Ставим верстак и идем изготавливать печку, потому что она нам очень сильно нужна, и без этого нам никуда. Закинем сюда уголь и... Все наше мясо. Сейчас будем фигачить. Просто собирать яблоки. Так, сколько яблок? 0. Так, что-то как-то пока не робит. Я не знаю, сколько там ребята добыли еды, но у меня есть 3 сырые свинины, 5 сырых говядин, а еще сейчас будет 3 готовых. Мне нужен еще один паук, и в принципе дело в шляпе. Капец, сколько я тут нафигачил-то уже? Уже все ножницы сломал, яблок нет. Я не знаю, это похоже на самом деле на то, кто больше всех добудет угля. Кстати, если вы хотите больше подобных роликов, например, кто бы...
товарищем застрелен скелетом. Оу, нифига тут пещера, это ж целое ущелье. Это, а, стой. О, а вот и паук, который мне нужен. Стой, стой, паук. Он разбился насмерть. Так, но у него есть то, что нужно мне. О! Нормально. Так, и здесь есть паутинка. Наконец-то, ребята, я получил эту заветную паутинку. Вот она. Она мне нужна, знаете, зачем? Сделать офигительную, просто крутейшую удочку. И сейчас мы ее прям сделаем. Отстаньте от меня. Блин, ребята, я умер. Блин, ребята, если честно, я не помню, куда я шел. Это просто капец, серьезно. Яблок? Нет. Курицы? Не подпалить, потому что дождь. Все против меня, ребята. Все против меня. Курочки, простите, короче. Яйца это тоже еда, надеюсь, если что. Давайте все, теперь займемся делом. Дождик закончился. Лодочку, ребята. Ставим ее сразу прямо вот здесь. Ну что тебе, давай, подходи. Вот тебе. Ай-яй-яй-яй, блин, какой сильный зомбеныш. Все, бью тебя бараниной, отстань. Да как так-то? Дождались дня. Да, Артем, что ты ломаешь-то мою курицу? Я ее хочу поджечь, блин. Ребята, у меня где-то было 10 единиц, и я все просрал. А это гнилая плоть считается? Считается. Конечно, считается, но это... можно есть. Ну, значит, у меня 14. Сколько, блин, капец? Че так много-то? У меня тоже было много, но я все потерял. Короче, вы меня точно не сделаете. Я сейчас, блин, все добуду. Курочка, прости. Лошадка тоже под расход, как говорится. Давай. Отдавай еду, отдавай. Все, молодец. Так, у меня на данный момент вот есть одно яйцо и курица. Но это на самом деле неплохо, потому что прямо сейчас я прямо на рыбалочку отправлюсь. Так, ладно, ребята, давайте ломать гриб. Ну, кстати, нормально, да? С грибов-то можно же супчик сделать, и его можно... Он съедобный как бы. Я понял свою ошибку. Видимо, нужно не отходить далеко от спауна, либо оставлять какие-то подсказки. Ну, я типа рили не знаю. Я не знаю, как найти свой лут. Если я найду свой лут, это будет замечательно. Давай, опля. Во. Так, ребята, давайте еще одну завалим и отправимся, наверное, туда вниз. Там, может, что-нибудь найдем. Там алмазики какие-нибудь. Воу, воу, смотрите. Иглобрюх поймал. Я поймал иглобрюха. Смотрите, какой он прикольный. Так, ребята, надо, значит, в ад отправляться, чтобы там грибов найти, бородавок там каких-нибудь. А, черт, я как ты траванулся, блин. Ё-моё, о, офигеть, у меня все плывет, ребята, меня штормит. А, вот это поплыло-то, ё-моё, о, как меня это... О, фух, все, вроде пронесло. Я просто хотел покушать, потому что у меня мало жизней было. Прости, курочка, но мне нужна твоя еда. Так, ребятушки, смотрите, что я нашел. Прям рядом с бедроком, вот, алмазики. Целых, блин, сколько штук-то, дофига. Так, ребята, я потратил, наверное, целый час на то, чтобы сколотить себе железные доспехи и железные инструменты для того, чтобы отбиваться от всяких мобов. Ребята, смотрите, это же магма. Она очень горячая, поэтому я немного обжегся. Тут даже есть, смотрите, золотой блок, блин. Блок золота, реально. Это разваленный портал в ад. О, смотрите, пчела. Стой, эй, оп. Опа, о, все. Опа, оп. Ай, черт, жалело. Но у меня теперь-то доспехи есть. Че, я кроме опыта ничего не получаю? Я думал, мед с нее выпадет. Все, ребятушки, отправляемся в ад. Сейчас посмотрим, сколько там грибов всяких. О, сразу грибы поехали. Грибов тут миллион. Ну вот, я не помню, можно ли из них что-то сделать. О, да ну нафиг, ребята, вот это удача. Я же могу из этих поросят, знаете, сколько всего скрафтить-то. Ой, ё-моё, нифига они поднимают. Ай, блин, офигеть. А, ё-моё, ё-моё. Ай, блин, ребята, я не знаю, что делать, ребята, давайте сейчас просто по фасту, знаете, что сделаем? Найдем деревню. Так, ребята, я тут уже немножечко поднялся, вот маяк, я стараюсь не отходить далеко от базы, сейчас день, и у меня уже в инвентаре кое-что есть. Во-первых, я нашел пещеру. Вернулся в ту, забрал, что у меня было, и еще добыл все железо и уголь, которое там было. Блин, дождь пошел, капец, сейчас еще погода испортится. О, да ну нафиг, ребята! Я нашел ее, я нашел деревню. Так, блин, здесь у них только все еще не готово. Короче, не будем с вами выпендриваться. Нам нужно сделать небольшое углубление, чтобы там поставить печку, все это пожарить. О, ребята! Вот
это удача, вот это я понимаю. Сейчас я точно выиграю в этом челлендже. А вот и озеро. Озеро, которое я искал. Ставим лодочку и погнали. Смотрите, как дрифтить можно. Закроемся от греха подальше. Ставим печку. Страшно аж что-то. В принципе, сырая свинина тоже за единицу еды считается, но ее нужно пожарить хорошенечко, вот. Чтобы уже по-нормальному голод свой восполнять, а то посмотрите, у меня, ну, я голодный как бы. Ну-ка. А как ее? О! Ля! Я не хочу как-то выделываться. В принципе, у меня здесь есть все необходимое. Есть печка, есть верстак. Можно еще поставить, в принципе, кровать. О! Опа! Я поймал. Я поймал сырого лосося, но смотрите, что я еще здесь нашел. Ой-ой-ой, да уйди, ё-моё, пчела, блин. А где улей-то? Я думал, мед достану, ну ладно. У меня стак хлеба. Это 64, даже больше, блин, штук. Давайте сделаем сундук, чтобы он у нас был, чтобы я сейчас все, что нажарил, скинул в свой сундук. И берем все, что у нас есть в печке, суем обратно, получается, в сундук и закидываем сюда курятину. Так, короче, сделаем еще табличку. У нас там ночь, Сафик и Бруно. Это мой дом, Аришнев. Все, мой дом будет в полной безопасности. Уже, в принципе, рассвет. Ладно, ребят, надо покидать эту замечательную деревню. Убегаем куда-нибудь в интересное место какое-нибудь. Какой-то глупый зомби. Смотрите, он на дно ушел. Сейчас я с тобой разберусь. Эй, смотрите, зомби украл мою лодку. Зомби лодку мою украл, эй. Мистер зомби, уйди с моей лодки, блин. Да ё-моё, блин. Слушай сюда, осознай, что жаден никто не любит. Вот реально, никто не любит жаден. А, понятно, жадина. Ну и давай, понял. Лох, смотрите, сидит там такой серьезный, типа рыбачит. Пока что все очень неплохо. У меня, если посчитать, 15, 17, 31. А яйцо это же еда? Или... Ой, я их разбил. Короче, у меня больше 30, блин, единиц еды. Вон тут, ребятушки, смотрите, свинки, все. Наконец-то я ее так долго искал, блин, эту деревню. Что здесь у нас? Так, здесь человек спит. Здорово. А что у тебя вообще? Да что ты нет, блин. Ребята, это 100% шанс на победу. В общем, ребят, время уже прошло, вот, и я надеюсь, что я выиграл. Как думаете вообще, ребят, кто победит? Ну, вообще, слушай, мне кажется, что у нас как минимум есть же по железной броне, а Сафик, он один с хлебушком просто ходит голый. Потому что у меня хлеба много. Ну, возможно. В общем, ребята, я добыл 39, блин, единиц еды. 39. У меня получилось 10 единиц еды. А у тебя, Сафик, сколько? Ну, у меня там, да так, немного. Так сколько? Ну, понятно, чисто хлебушек в руках держит и все. Ну, у меня вообще есть, знаете, сколько? У меня 200 с чем-то тут. Ну, в общем, 4,5 стака еды. Сколько, блин? 4,5 стака еды? Да! Капец, у него еды! Ё-моё! Ребята, в этом челлендже победил Сафик 1, 2, 3, 4. А ты посмотри вот эту вот пулю прямо сейчас. Тыкай на этот видос вот сюда и обязательно подпишись на игровой канал. Ссылочки на всех в описании. Пока!